Во Фрунзенском районе будут производить рентгеноконтрастные препараты. Новая линия полностью обеспечит потребности российского рынка. Эта линия – результат партнерского сотрудничества отечественного фармацевтического завода и всемирно известной компании по производству лекарственных средств. Так называемые рентгеноконтрастные препараты вводят пациенту перед компьютерной томографией. Вещества маркируют только органы и системы организма, где есть патология. Таким образом, удается точно диагностировать различные заболевания, в основном онкологические. Полтора года тому назад мы подписали договор о намерениях и в дальнейшем контракт, а сегодня мы видим работающую линию. Решены все вопросы. Ранее эти препараты поставлялись исключительно из-за границы. Количество исследований с использованием контрастных веществ в общем объеме рентгенологических исследований составляет в России всего 17%, тогда как в Европе этот показатель существенно выше – 60%. Новая линия полностью обеспечит потребности российского рынка. Общий объем импортозамещения по данным препаратам составит 2 миллиарда рублей. Мы передавали технологии, ноу-хау, методики и экспертизу. И еще раз убедились, что нашли надежного и высокопрофессионального партнера. Тестовые партии контрастных средств будут выпущены уже в этом году. Старт коммерческого производства намечен на 2018.